Достаточно веселая игра. И очередная игра неиспользованных наших моментов. Поскольку, наверное, все прекрасно видели. И в первом тайме Дима Шилов и Серега Маслов могли решить исход матча уже в первом тайме. Но опять подвела нас реализация моментов. И, к счастью для нас, все-таки мы сумели дожать соперника. И, на мой взгляд, победа вполне логичная. Не знаю, мне кажется, в концовке все-таки ребята то ли не собрано действуют, то ли, может быть, какой-то страх, когда они уходят, особенно один на один. И Дима Шилова касается, особенно во втором тайме, когда вышел. Непонятно, это, наверное, в области все-таки психологии. Я могу сказать, что, наверное, все-таки мы, тренерский состав, провели удачную такую рокировку, и Вадима Евсеева отправили играть центральным нападающим, наверное, это помогло Арсеналу вырвать победу. А это было не его решение, да? Нет, это было наше совместное решение тренерского штаба. Но мы уже, если вы помните, мы делали так, и когда Паша Белянин забил гол против Химика Россош. Вадик буквально играл там одну минуту впереди. И тоже забили гол.